Залетай! Мы находимся в квартире двухкомнатной. Сейчас находимся в коридоре. Что мы здесь сделали? Мы здесь не заменили, а добавили электрику. Вот у нас электроплита, розетки на кухне, розетки комната, свет, сплиты. Все отдельно сделали. Обратите внимание на обои. Как декоративная штукатурка идет. Стоимость таких обоев составляет 2000 рублей за рулон. Здесь сделали беленькие наличники, доборы. Посмотрите, как все блестит красиво. На полу у нас плитка в коридоре. Наш заказчик Владимир занимается видеооборудованием и очень сильно любит его. Поэтому мы можем спокойно здесь наблюдать, когда кто-то заходит. Также и, как я вам показывал, около лифта. Покажем вам комнату. Заходим в комнату. Тут у нас без стыка не получилось сделать плитку с ламинатом, потому что ламинат должен гулять, кто не знает. Что означает гулять? Не так, как гуляют женщины от мужчин, а гулять, в смысле, должен быть термозазор. Заходим. Сразу смотрим на дверь. Здесь идет как декоративная панель. Люстра у нас с бриллиантами. Даже трогать боюсь. Потолок гипсокартон, и на потолок поклеены обои. Рифленые обои. Также будет скрытая гардина под шторы. Видите, сюда вешаются шторы, и все замечательно. Обои в комнате. Стоимость примерно 2000 рублей. Их можно приобрести в Бау-центре по нашей скидке 7%. И разница ощутимая. Потолочные плинтуса. Пенопласт. Смотрится очень круто. Не как вставка. Знаете, есть вставка, где натяжной потолок идет маленькая. Она не очень смотрится. Санузел. Сразу смотрите, очень модные выключатели. Тут идет подсветочка крутая. Покажи. Вытяжка. И свет включается отдельно. Заходим. Стыковка коридора санузлом. Идеальная. Без всяких перепадов. Можно в носках гонять. Установили бойлер. Бойлер у нас примерно на литров 50. Скрытый лючок, который мы нажимаем. Тут цепи, он очень большой, можно туда даже спрятаться, если кого-то боитесь. Полотенцесушитель. Еще греет плохо, потому что сверху и снизу, видимо, никто не живет. Раковина. Тумбочка. Простой унитаз, который, смотрите, как под музыку закрывается. Душевой поддон из плитки. Это крутая вещь на самом деле. Если вы занятой человек, то вам как раз нужна эта душевая самая кабинка. Плитка, кстати, тут испанская серии One. Эту плитку можно приобрести также с 7% скидкой в Бау-центре. Заходим. Сразу обратите внимание, что нету тропического душа. Вообще вот этот весь, вот эта вот вся конструкция, она очень сильно дешевая. Как пластмасса, видите, вот она болтается. То есть, ну, это лучше не покупать такую. Лучше Гроя купить, один раз купить и хватит на 5-6 лет. Этот примерно проработает, может, месяц, два, три, четыре. Трап. Сюда водичка течет и скатывается туда вниз. Плитка очень красивая. Свет включается, выключается. Шкафчики. Тут пробку можно, если кто-то много разговаривает. Идем дальше. Кухня. Open the door. Люстра. Сразу на люстру, больше никуда.
Люстра. Вот она. Вот люстра. Люстра стоит примерно, на мой взгляд, тысячи, может, тысяча, полторы. Но смотрится это как. Светильники тоже. Раз. Посмотрите, как они светятся. Как в подъезде внизу. Вот эти вот штучки красивые. Фартук. Венцо обязательно. Виноградник с венцом обязательно. Виноградник с венцом обязательно. И виноградник с венцом обязательно. Вытяжка. Сюда устанавливается вытяжка, и туда труба заходит, и нормально все будет. Также спецсистема, обои. Обои тоже примерно 1500-2000 рублей, скрытые гардины под шторы. Балкон мы, можно сказать, не трогали. Просто постелили ламинат и зашили по просьбе клиента потолок панелями пластиковыми. Ламинат на балконе хороший, очень. Класса так 48-го. Дальше комната и, соответственно, люстра. Люстра — это как искусство. На люстры можно любоваться, смотреть, радоваться. Вид тут из окна, конечно, еще не очень. Можно наблюдать, как, не дай бог, кто-то полетит вниз, потому что они работают без страховки. Но лучше не смотреть. Люстра. Люстра. Люстра тоже низкая. Смотрим дальше. Здесь будет стоять кровать. Обязательно цветочки, где кровать, чтобы выделить ее. Также тут обои такие же, как в кухне. Ой, как на ощупь-то какие неприятные, как шелковые. Стоимость примерно тоже за эту же сумму. Плинтуса тут ПВХ обычный с кабель-каналом. Там можно кабель провести. На полу ламинат, как и в кухне, и в комнате. Класс тут примерно 32 или 33. Ламинат достаточно прочный. Некоторые производители на ламинат дают пожизненную гарантию. Ну что, друзья, завершился наш обзор. Квартирка, пакет, стандарт. Стоимость такого ремонта стоит 6500 рублей за квадратный метр. Работа высококачественная, с проверкой всех, даже промежуточных этапов. Мы подходим к этому делу настолько щепетильно, что каждый косячок, который замечается, он всегда исправляется. Конечно, мастера к этому относятся очень плохо. Они думают, что мы придираемся. Ну, а как мы можем сдать квартиру, когда есть какой-то косячок? Пишите комментарии, как вам обзор, что бы вы хотели видеть. Переходите по ссылке в описании и узнайте стоимость ремонта за 2 минуты и получите от нас подарок. Также звоните, пишите. Напоминаю, что мы скоро открываемся в Москве. Спасибо всем, кто смотрит, кто ставит лайк и кто комментирует. Кто там? Что? О-о-о. А что у тебя там под носом выросло? Пилоточник. Пилоточник Нюрчик?